That shit is so cool. Короче, прикиньте, в минувшие выходные в Москве прошла премия Music Box, на которой традиционно собрались многие звезды шоу-бизнеса. Полина Гагарина, Валерия, Нюша, Хрюша, Кристина Обрыгайте, Анита Цьёлка, Палка, Ель, Сережа Лазарев, Сергей Нигей, кстати. Зара, Хуяра, Катилея, Рита Дакота, Хуйота, Влад Соколовский, блядь, Кристиан Костов и, блядь, заебалось читать нахуй. Одним из самых обсуждаемых моментов вечера стало появление Оленьки Бузовой. Начинающая исполнительница произвела фурор в прозрачном комбинезоне. Вот они фоточки, вау, правда секси, пацаны, да? Позволяющим оценить все достоинства ее подтянутой фигурки. Ведущая мероприятие Анна Грачевская выбрала похожий наряд, что спровоцировало бурные обсуждения в сети. Не знаю, я все проспала. Да, вот, короче, ах, красотка наша Оленька, правда, пацаны? Скажите честно, у кого сейчас зашевелилось, а? У кого зашевелилось, а, мужики? Все нормально, а? Далеко не все пользователи интернета оценили образ знаменитостей. Злопыхатели Ольги Бузовой, как обычно, раскритиковали ее выход на красную дорожку. По их мнению, звезде стоило выбрать более закрытый и строгий наряд. В одной из таких дискуссий приняла участие актриса Яна Поплавская. Блядь, женщине категорически не понравился откровенный комбинезон Оленьки Бузовой. По мнению Поплавской, организаторам мероприятия нужно было задуматься по поводу дресс-кода и попрощаться с теми гостями, кто не следует правилам. А я напомню, что Яна Поплавская — это такая женщина, но она уже старенькая, вот этот хомяк, когда ты играл красную шапочку. А знаете, дело даже не в том, что это дико и жалко выглядит, так как это платье для приема клиентов в борделе, а в том, что ее никто не останавливает и не вышвыривает с московских мероприятий. Это меня, блядь, бесит. А-а-а, пузеленый попугай! Я бросил эту трубку, поняла, что женщина неадекватная, а в то же время поклонники Ольги Бузовой наоборот поддержали ее и посоветовали не обращать внимания на нападки врагов. Они нашли, что Бузова в очередной раз смогла сделать свое появление на публике целым событием, которое еще долго будут обсуждать в сети. Отметим, что в тот вечер Ольга покинула церемонию не с пустыми руками. Звезде вручили премию в специальной номинации «На волне». Наконец-то Ольга Бузова получила свою долгожданную награду. Поздравляем и желаем ей дальнейших успехов, написали представители канала Music Box на своей странице в Инстаграме. Вот они фоточки, очень красивые, веселые, яркие. Наша Оленька, как всегда, сексуальна. Немножечко глупа, ее рот, как всегда, соблазнителен, но вот этот наряд, конечно, вообще, пацаны, я просто балдю от него, да? Валера, а что ты мне такой не купил, блядь? Да ты жирный, ёпта! Сам ты жирный, нахуй, блядь.